топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Внебрачный и единственный сын актера Валентина Гафта Вадим Никитин не смог приехать в Москву на похороны к отцу, с которым не виделся на протяжении многих лет. Мужчина живет в Бразилии, куда переехала после расставания с артистом Елена Никитина. О трагедии Никитин узнал от своей матери, о чем Вадим рассказал Андрею Малахову. «Из-за пандемии я не могу попрощаться с моим отцом. Если бы смог, прилетел бы в Москву», цитирует сына Гафта Дни.ру. Напомним, народный артист РСФСР Валентин Гафт ушел из жизни 12 декабря в возрасте 85 лет из-за последствий инсульта, который случился год назад. Актер скончался на руках своей супруги, актрисы Ольги Остроумовой. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.